Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Банам Манохар Ванчакалпатаруаша кипасиндхавача Патитананг павани бхавайшнабхибхьо намо намаха Мукам кароти вачалам пангум ланхайтагирам Ят кипатамаханг ванде парамананандамадавам Бриндавай тулсидеввай пиявай кесавасача Шна бхакти паде деви саттва баттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарун чайва нараттамам Девинг сарасватинг васам тато жайо мудире Шанкиртане кришна катху падеше Гаурия патрашо пракасанеча Шаданурахта гуру бхакти йогта Бхакти Прамадакша Джагодаруньо Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадохам Титхаспадам Сива Виринчанатам Сараньям Бхитаттихам Панатапалья Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунарвиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Биспуриджита кимапикабхавадхушвадарши Пурнанурагара сасагара сарамуртихи Сарадхикамай када кипам каруси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Сиаддайта гададхара сивасадихи Гаура бхакта бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитхананда Сиаддайта гададхара сивасадихи Гаура бхакта бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Хари Хари Аджану ламбита бхужау канака бодато Санкиртанай капитару камала йотакшо Вишам бару дижа бару джугадхарма палу Банде ягат прия кару каруна бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура сурайр бандито диппарупам Бхуктин ча муктин ча дада синиттам Бхаванурупе насада наранам Ганга таранга раманья джата калапам Гаури нирантара бивиши твабам бхагам Нараяно Прияманангу Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджаша Бадане Лакшмир Джасача Вакшаши Джасьястехиде Самбихид Твам Нисингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kripa Sindhu Susangpurno Sarva Satya Pakarakaha Nispriho Sarvatoho Siddho Sarva Vidya Visharadaha Sarva Sangsayo Sangschetta Analos Guru Rahita Kripa Sindhu Susangpurno Sarva Satya Pakarakaha Nispriho Sarvatoho Siddho Sarva Vidya Visharadaha Sarva Sangsayo Sangschetta Analos Guru Rahita Gaudiya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told Gaudiya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал те, кто несут флаг Бхагавад Дхармы, их очарован, их поведение, их характер, их действия. То есть, если такие люди несовершенны, то их поведение несовершенное может принести только вред людям, которые видят их и пытаются им следовать. И вот Шрила Прабхупада сказал, что те, кто несут флаг Дхармы, их характер, их поведение, их действия, то есть, если они несовершенны, то они могут привести обусловленных душ к большей обусловленности. Много людей спрашивали Шрилу Прабхупаду, и кого же слушать, где, куда ходить на Харикатху. И Шрила Прабхупада, он говорил, по крайней мере, вы можете идти, пойти в такое место, где, по крайней мере, нама-апарадхи не совершается. По крайней мере, вы можете пойти в такое место, где нама-апарадха не совершается, нама-бас может быть там. И нама-бас может дать вам мукти. Прему не может дать, но мукти может, Шрила Прабхупада говорит. Намабас не может дать вам прему, только мумукти и что-то подобное. И вот Шрила Прабхупада говорил, по крайней мере, вы должны избегать тех мест, где намапарадха происходит. И можете идти, по крайней мере, в те места, где намабас происходит, но подлинная харикатхана очень-очень редка. Об абсолютной истине Шрила Прабхупад говорит, тот источник, откуда мы можем ожидать обрести трансцендентную харикатху, он очень редок, но все же мы не можем сказать, что нет никого, кто может говорить харикатху. Если мы скажем таким образом, то, что нету никаких саду и вайшнавов во время Шрилы Прабхупады. Какие-то майвади говорили так, они были майвади, утверждали так, и они носили одежду вайшнавов и говорили, что во время Шрилы Прабхупады Бхактина такого, что и вот они говорили, что нет никакого вайшнава, кто мог бы сравниться с Рупой и Санатаной. И вот они говорили так во времена Шрилы Прабхупада, когда Шрила Прабхупад Бхактина Такур ушел, вся наша Гуру Варга ушла, то опять какие-то майвади начали говорить, что нет вайшнавов, куда же идти, где слушать харикатху. Такие люди, они, как правило, несомненно майвади, поскольку они не могут поверить Джаганатху.
И вот они не могут поверить Джаганатху, Верховному Господу. Они хотят доказать то, что Верховный Господь Джаганатх, у него нет способности послать подлинного саду в этот материальный мир для нашего вечного блага. И вот они думают, что Джаганатх бесполезен, он слаб, что не может послать даже какого-то подлинного саду в этот материальный мир, чтобы мы получили от него вдохновение совершать бхаджан. И вот таким образом они хотят доказать, что Джаганатх, он беспомощен и бесполезен. И такие люди являются майвади, они не могут поверить на 100% Верховного Господа. Во времена Шри Чайтаньи Махапрабху мы видели, были какие-то майвади, говорят, что Махапрабху может совершить ошибку, кто знает. Или говорили, что спутники Махапрабху могут совершить ошибку, нужно понаблюдать за ними. Но это настроение майвади, те, кто пытаются как-то критиковать гуру вайшнавов и Бхагавана. Они могут ходить в одежде вайшнавов, но по сути являются майвади, поскольку не имеют веры в гуру вайшнавов и Бхагавана. И вот мы не можем поверить им. Хотя Шрила Прабхупада сказал нам, что Шрила Бхактивинодара никогда не будет, она никогда не она не прекратится, может, кто-то понимает это или нет. И вот всегда везде, в этом материальном творении, Бхагаван, он, несомненно, он посылает своих спутников в этот материальный мир, каких-то чистых преданных, чтобы спасти нас. И все время преданные приходят. И это естественно. И вот сейчас на пути бхаджана много запутанности. И видя эту ситуацию, мы не можем получить вдохновение совершать бхаджан. Поскольку обусловленные души никогда не могут получить вдохновение, пока они не увидят перед собой яркий, сияющий пример в виде великой личности, которая совершает бхаджан. Обусловленные души не могут получить вдохновение совершать бхаджан до тех пор, пока они не увидят практически пример перед собой, кто все 24 часа в сутки совершает бхаджан, занимает всех в Кришна-бхаджане. И такая личность очень-очень редка. Но опять же, это не значит, что их нет вообще. И так много так называемых преданных приходят, чтобы получить прибежище у Садгуру. И вот они приходят к Садгуру, чтобы принять прибежище у Садгуру. Но какова их настоящая цель, мы не знаем. Не каждый приходит с одной целью. Может, мы можем найти тысячи дживатам приходят, чтобы принять прибежище у лотосных стоп Шрилы Прабхупады или у лотосных стоп Шрилы Бхактидайты Мадхава Госвами Махараджа. Но кто может сказать, с каким мотивом они приходят, чтобы достичь Харикатхи, чтобы принять прибежище лотосных стоп Гурупад Падме, каков их мотив? Наша Гурварга и Шрила Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур Прабхупад говорит, мы можем
просто понять, каких их, какой их мотив, и приняв дикшу, их действия могут доказать, что они не пришли, чтобы принять прибежище лотосных стоп Гурупад Падме, чтобы обрести бхакти. То есть их цель, они не пришли, чтобы обрести бхакти, они пришли с каким-то необхилашем, какими-то посторонними желаниями. И очень просто наслаждаться Гурупад Падмой или использовать его как-то в своих целях. И с настроением наслаждения, если мы примем дикшу, кто-то заявляет, что он ученик Шрилы Бхактипрамода Пури Госвами Махараджа или еще какого-то великого вайшнава, и злоупотребляет этим божественным знанием, что бывает, что люди в материальном мире не устроились, ни работы нет, ничего. И вот они, из-за того, что они не смогли ничего сделать в материальном мире, если они живут в Гаудия-матхе просто из-за того, что жить негде, то, как правило, от таких людей толку нет. И вот если с таким мотивом люди приходят в Гаудия-матх, то Шрила Прабхупад говорит время. И вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, то время, с тех пор, когда все майявади начали приходить в Гаудия-матх во форме так называемых преданных, и с этого момента начались проблемы. Шрила Прабхупад говорит об этом. И вот Шрила Прабхупад говорит, то время, с которого все майявади в форме так называемых преданных начали приходить в Гаудия-матх, то вот начались проблемы из-за этого. И те, кто пришли, и из-за этого начались проблемы. И говори искренне, Гаудия-сиддханта, перед кем я говорю Харикатху, я не знаю. Даже Гаудия-сиддханта, Индра, Царь Небес, он не может понять ее. Я хочу, иногда я чувствую, что сложно жить дальше Гаудия-сиддханта очень тонко. Даже те полубоги, Царь Небес, Индра, Варуна, они не могут понять, может быть, они полубоги, но они не могут понять всю эту Гаудия-сиддханту. Вы думаете, что Гаудия-бхаджан очень дешев? Нет, что вы думаете о Гаудия-бхаджане? Он очень изящен, очень сложен, очень возвышен. В этих 14 мирах мы ничего похожего нигде не можем найти, кроме тех, кто находится в группе Бхакти Сидданты Сарасвати Госвами Такур Прабхупада, в линии Шрилы Бхактивинода Такура. Без него невозможно. И сейчас многие идут на всякие компромиссы со всем, и это нехорошо. И поэтому вопрос о чистой преданности не появляется, когда все майявади в одежде так называемых саду хотели присоединиться к Гаудия-матху. С этого момента все проблемы начались. А как мы можем сказать, что кто-то майявади? Сиддханта майявади очень обширно, я говорил о ней уже. Но основа майявады в том,
что тот, кто лишен веры в Гуру, Вайшнавов и Бхагаван, это их основное качество. Те, кто лишены веры в Гуру, Вайшнавов и Бхагавана, они майявади. Сейчас можно таким образом их определить, и согласно их действиям можно понять, что они вообще не находятся в Гаудия Парампаре. Но, к сожалению, не все задумываются об этом, об этой теме. То есть как-то что-то происходит, общество как-то существует, но поддерживать общество и Гаудия Матх — это совершенно разные вещи. Если сказать, что разница между этими идеями подобна разнице между раем и адом, то это не так. Разница гораздо больше, что поддерживать какое-то общество и Гаудия Матх — это совершенно разные вещи. Разница, она колоссально бесконечна. Далеко не каждый может понять. И вот сейчас со всеми действиями так называемых преданных постепенно можно понять, что они пришли к Гуру Падпадме только чтобы обрести лабху пуджу пратиштху, а не для того, чтобы совершать баджан. И будьте уверены, есть уникальная сиддханта, может, вы о ней никогда не слышали в своей жизни. Но что Гуру Вайшнавы и Бхагаваны, они могут обмануть нас. Может, мы не слышали об этом, но Гуру Вайшнавы и Бхагаван, они обманывают тех, кто хотят обмануть их. Будьте уверены насчет этой сиддханты. Гуру Вайшнавы и Бхагаван, они обманывают обманщиков. Если мы не искренне, ради какой цели мы приходим в Матх, это очень важно. Если мы приходим с настроением обмануть Гуру Вайшнавов, то тогда в Нити Шастра. И вот есть такое выражение. От Кришны мы узнали его, если обмануть обманщика и спрятать свое настроение, свои цели от него, это хорошо. Даже в Нити Шастрах Чанакья Пандит говорит об этом. Какова наша цель? Мы не должны рассказывать всем о ней в материальном мире. Они могут против нас выступать, могут разрушить наши планы, когда мой Гурупад Падма Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, когда он хотел восстановить место явления Шрилы Прабхупады, какая великая цель. И вот когда Шрила Мадхава Госвами Махарадж, не отличен от моего Гурудева, он посвятил жизни душу. Он посвятил много лет, чтобы восстановить место явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Такур Прабхупады. У многих нет никакого представления, насколько это сложно. Мы живем какой-то своей жизнью, никогда не сталкивались с такими проблемами, как он. И вот мой Шикшагуру, чей день явления сегодня, я очень удачлив. Я очень и очень удачлив, что я обрел такого Шикшагуру в моей жизни. Я никогда не думал о нем, как о брате Боге. Я думаю, что он мой Шикшагуру. Я никогда не сравнивал себя с ним. Никогда не пытался соревноваться в чем-то с ним. Я просто падшая душа. Когда Гуру Махарадж ушел,
И перед тем, как уйти, он сказал, когда я, меня не будет в этом мире, любые проблемы, если случаются, вы идите к Шри Бхакти Вигьяну Бхарати Госвами Махараджу. И любые проблемы, которые случаются, не знаете, что делать или нужен совет, то вы идите и спросите совета у него. И согласно наставлению Гуру Падме, и если я писал какие-то книги, какую-то сиддханту, какие-то протестные эти письма, я сначала показывал это ему, чтобы он посмотрел Шри Бхакти, да, Шри Бхакти Махараджу. Он говорил, что все прекрасно, не нужно ничего исправлять. Он никогда не пытался исправить никакой сиддханту. Я не знаю почему. Он хотел доказать, показать, что если вы разовьете такое сердце, которое совпадает с вашим Гуру Падмой, то в этом случае нет никакой вероятности сиддханта вирода. Неправильный сиддханта — это невозможно будет. Но если вы не сможете сгармонизировать ваше сердце с Садхгуру Девом, Шрила Бхакти Прамодом, Пури Госвами Махараджем, Бхакти Шрила Кешава Госвами Махараджем, Мадхава Госвами Махараджем, то тогда очень высока вероятность, что вы совершите ошибку. Она практически неизбежна. Я могу привести пример, чтобы доказать, что Гуру Вайшнава не могут обмануть кого-то. Может, это необычный сиддханта кому-то. Это необычно слышать, но это так вот, например, Шрила Бхактивинода Тхакура, какие-то материалисты приходили, достаточно образованные. И вот и Шрила Бхактивинода Тхакура выражал им какое-то почтение. И вот они думали, что Бхактивинода Тхакура выражает почтение нам, значит, я очень важный человек. И вот в соответствии с этим я вести себя буду так. Но вы не знаете, Шрила Бхактивинода Тхакура, он так уважал, любил меня, и Шрила Прабхупада любил меня, и вот кто-то... В своей жизни я тоже видел, что люди хвастаются тем, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж очень уважал меня, хотел общаться со мной. И вот Гуру Махарадж, он какому-то человеку сказал, что тот может прийти и читать Бхагаватам перед ним. Но что он имел в виду? Гуру Падма, он не отличен от Бхагавана, он знает все. Он может понять, с каким настроением вы приходите. С каким настроением вы приходите к Гуру Падме, и в соответствии с этим вы можете обрести благо. Кто-то бывает, что кто-то совершал какую-то гуру-саву и взамен хочет каких-то денег, какое-то положение в обществе. Иногда Гурудев, чтобы обмануть такого человека, он прославляет его. Гурудев, он хорошо знает, что такие люди, они подобное пустым бутылкам, как в аюрведическом магазине. Иногда на витрине стоят пустые бутылки с этикетками, ну, для того, чтобы показать наличие чего-то. Просто стоят пустые бутылки на витрине, и вот Гуру Падма такой же пример приводит.
иногда Шрила Прабхупада хотел выразить почтение каким-то людям. И Махапрабху также он хотел выразить почтение Валабхачарье. Хотя Рагунат Дас Гасай, он хотел съесть какой-то махапрасад, который был снаружи Джагнатх Мандира. И вот Рагунат Дас Гасай собрал тот рис, там, где махапрасад не продавался, отдавался каркаровым. И вот Рагунатх, он ел тот просад, который не продался, отдавался коровам, тот ел его, мыл с водой и ел солью. И Махапрабху, он был счастлив, видя такое отречение Рагунатха, Рупа Госвами Пада, Санатана Госвами Пада. И вот Махапрабху, он одобрил такое отречение Рупы Рагунатхи Санатана. И вот Махапрабху, наша Гурварга, они не заинтересованы в отречении. Они не заинтересованы в отречении или привязанности к чему-то. Гуру Вайшнава и Бхагаван. Если кто-то говорит о них, что они привязаны к чему-то, это оскорбительно. Если мы будем говорить о Рупе Санатане, что они слишком отреченный, то это тоже оскорбительно, поскольку привязанность и отречение – это очень точная сиддханта. Из-за отреченные те, кто отреклись от того, к чему они были привязаны. Что такое отречение? То есть мы достигли чего-то и отреклись от этого. Как в случае Рагунатха Даса Гасая, в случае Рупы и Санатаны. Слово «отречение» нельзя применять, поскольку они находятся в Випралам Прабаве. Поскольку их Випралам Прабава, она проявилась перед нами как отречение. Их Випралам Прабава, их вечная Випралам Прабава. Вот смотрите, очень тонкая сиддханта. Вряд ли кто-то слышал о ней. И вот там Випралам Прабава, которая, естественно, перед нами она проявилась как отречение. Нет никакого другого слова. Это слово «отречение», но неприменимо к Рупе и Санатане. Поскольку их, у них есть их Випралам Прабава, это естественно. Когда Випралам Прабава, она естественно с нами, то отречение, оно тоже естественно. Мы не можем использовать это слово «привязанность» и «отречение», поскольку отречение нужно отречься от того, что у нас есть. От того, к чему мы привязались. Я могу привести много примеров, через которые я могу показать, что Шрила Прабхупад, даже Чайтанья Махапрабху, Бхактивинода Тхакура Прабхупад, они все хотели обмануть тех, кто хотели обрести лабху пуджу и пратишту. Бхактивинода Тхакура хотел обмануть их много раз. Мы можем быть озадачены, как Шрила Бхактивинода Тхакура организовал киртаны, пригласил каких-то киртани из Шантипура, сам он не слушал. Люди пришли, думали, что Бхактивинода Тхакура любит такие киртаны, но Бхактивинода Тхакура никогда не слушал их. Он
был погружен в харинам санкиртан, и в то же самое время посторонние люди приходили. И когда они слушали сахаджи киртаны Шантипура, у них была возможность посмотреть на Шрилу Бхактивинода Тхакура. Когда они видели, что Шрила Бхактивинода Тхакура сидит в таком своем, сидит и повторяет харинам, они могли, несомненно, поклониться ему сначала, иначе бы они не пришли. То есть, если бы не было бы таких киртанов, они бы вообще не пришли, то, по крайней мере, пришли, увидели Бхактивинода Тхакура, поклонились ему, получили какое-то сукрити, и таким образом Шрила Бхактивинода Тхакура, он обманул их. И если каждый, много людей приходит к Гуру Падпадмину с разными целями, если мы приходим с настроением собрать лапку пуджу и пратиштху, то Гуру Падпадма это и даст вам, даже может отдать вам положение ачарьи. И это тоже будет обманом с его стороны, но как осознать, кто по-настоящему получил милость Гуру Падпадмы? Как можно осознать, кто по-настоящему получил милость Гурудева? Никто не говорит об этом, поскольку если это обсуждение начинается, то много проблем возникает. И получается такая голая правда, и поэтому эти темы обычно избегают. И чтобы понять, кто получил полную милость Гуру Падпадмы, мы должны быть очень осторожны. Если мы искренне на 100%, никакого лицемерия нет у нас, и если мы будем молиться Нитинанде, то Нитинанда откроет наши глаза, и мы увидим всю Сиддханту, все, мы увидим все таким, какое оно есть. И мы видим, кто по-настоящему получил милость Гурудева, как Шрила Бхактивиген Бхарати Госвами Махарадж. Его сиддханта, его характер, его поведение, его слова, и все, что он делает, это было очень идеально. Он всегда утверждал сиддханту, поскольку бхакти-виген, это слово мы не знаем. Бхакти-виген значит наука бхакти. Бхакти-виген — это слово никто не объяснял нам. Бхакти-виген Бхарати, что это значит? Бхакти-виген значит наука бхакти, она полностью там, в практической форме. И вот в практической форме можно найти науку бхакти внутри моего шикшагуру. И Бхарати значит Сарасвати. Что такое Бхарати? Бхарати значит Сарасвати. Сарасвати значит Вани Сарасвати, а Пракрита Сарасвати, которая танцует на его языке. Вот Бхакти-виген Бхарати, эти слова, я думаю, вы первый раз слышите такое объяснение. Это наука Бхакти. Трансцендентное учение, оно танцует на его языке в форме Апракрита Сарасвати. И поэтому мы говорим Бхакти-виген Бхарати. Мы должны быть очень осторожны, может, тысячи так называемых людей приходят, чтобы принять прибежище у лотосных стоп Шрилы Бхактивинода Мадхава Госвами Махараджа. Или у лотосных стоп Шрилы Прабхупады, кто знает, но кто по-настоящему приходит совершать харибаджан, по их настроению, по их действиям можно запросто понять. Вы должны ждать и смотреть на их действия, и тогда вы
запросто поймете, что кто пришел принять прибежище у Гурупад Падмы, кто пришел совершать Харибаджана, кто просто из-за того, что жить негде или просто хотят каких-то материальных вещей. Те, кто получает вкус подлинного Харибаджана, я обещаю вам, сидя на Ясасане, если кто-то, это обещание Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада сказал такой Сиддханту, если кто-то обретет вкус уникального Харибаджана, на Бенгале Шрила Прабхупад говорит, если кто-то сможет обрести вкус Анани Баджана, то в этом случае он не будет иметь вкуса никаким материальным вещам. Если вообще у него есть вкус Анани Баджана, и этот вкус Анани Баджан, он спасет нас от падения. Поскольку те, кто обрели вкус Анани Баджана, они никогда не совершат никаких вайшнава аппаратх. И вот сейчас я подхожу к очень важной теме о том, как узнать, что Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж и Шрила Прабхупад, их сердца не отличны друг от друга. Как осознать, что сердце Шрилы Кешава Госвами Махараджа, оно едино с сердцем Шрилы Прабхупады, как понять, что сердце Бхактиракшак Сиддхарта Госвами Махараджа, оно не отлично от сердца Шрилы Прабхупады, как понять, каковы свидетельства, доказательства. Мы не можем говорить никакой ложной философии, мы должны говорить со всеми свидетельствами и доказательствами. Как осознать, что какие-то преданные, они, их сердце находится в полной гармонии с Гурупад Падмой. Материальные люди, у которых нет никаких представлений о Вишудда Сиддханте, они говорят, как Шрила Прабхупад Антаранга, как он вечный спутник Гуру Кешава Дас Бабаджи Махараджа, как Шрила Прабхупад имеет качество антаранги. Антаранга значит очень близкий и дорогой. Антаранга. Очень тот, кто привязан к Гурупад Падме. И какие-то материалисты могут сказать, что Шрила Прабхупад никогда не ходил на ту сторону реки, чтобы готовить для Гуру Кешава Дас Бабаджи Махараджа, и никогда не видели, что Шрила Прабхупад стирал одежду Гуру Кешава Дас Бабаджи Махараджа. Как можно сказать, что он его сынок? Как можно сказать, что его сердце находится в полной гармонии, если он даже не живет рядом? Но Сиддханта, она в том... А то есть Сиддханта таких обезьян, подобно словам обезьян. И в тот день я говорил, что эти... комары, они пьют кровь, Гуру Вайшнавов, они находятся рядом, комары кусают и пьют их кровь, и можно ли сказать, что это общение с Гуру Вайшнавами, хотя живут они очень, очень близко. И клопы бывают тоже очень близко живут. Но можно ли сказать, что они общаются с ними? И вот личный спутник, нельзя сказать, что они личные спутники какого-то вайшнава, эти комары и клопы. Когда Шрила Бхактиракшак Сиддхарта Госвами Махарадж написал эту ставу, Аштаку, Прабхупада Аштаку, и что же он там говорит? Ритин,
И вот патито дхарана крита виши этим, значит, спасти падших душ из-под влияния майи. Шрила Прабхупад пришел в этот материальный мир ради этой цели. Если вы утверждаете, что все, кто получили дикшу или харинаму от Шрилы Прабхупады, они все его вечные спутники, то это глупо. Нельзя сказать, что все они вечные спутники, но можно наблюдать, какие-то люди заявляют так, но это в корне неправильно. Что кто-то, если получил харинам или дикшу от Шрилы Прабхупады, это еще не значит, что он его вечный спутник. Это глупые слова. И я могу привести пример. Когда какой-то преданный Шрила Вамана Госвами Махараджа, он заявил перед Гурудевом: «О Гурудев, мы можем позвать». И вот они спросили, можно ли мы сказать, что Шрила Прабхупад наш Парамгуру, и Вамана Госвами Махарадж спросил, почему я получил дикшу от Шрилы Бхакти Праджна Кеша Госвами Махараджа, он мой Гурудев. Как ему все заявлять, что наш Парам Гурудев Шрила Прабхупад — это ваша гордость? Что вы хотите больше уважения от народа получить, и поэтому пытаетесь... Хотите говорить о себе, как о старшем, о учениках ученика Шрилы Прабхупады. Но какие-то люди... Получив харинаму от Шрилы Прабхупады, начинают гордиться, что они уже спутники Шрилы Прабхупады. Но что это значит, если Шрила Прабхупад пришел с того духовного мира? То есть если логически подумать, что если бы Шрила Прабхупад пришел со всеми своими спутниками и ушел с ними, не спася никого вообще по дороге, то это глупо. То есть, если думать так, то никакая сиддханта не получается. Шрила Прабхупад, он пришел, чтобы спасти других душ в этом мире, а не просто пришел и ушел со своими спутниками. Это неправильная сиддханта. И таким образом мы не можем говорить такой сиддханте, то, что он, что кто-то может стирать одежду Гурудева или... То есть просто человек стирает одежду вайшнавов, это не признак того, что он обрел их милость. И какова же сиддханта? Даже просто находясь рядом с Гурупад Падмой, совсем рядом. Все же можно обнаружить то, что такие люди полностью обмануты Гурудевом. Хотя могут находиться совсем рядом, но часто наблюдается, что такие люди совершенно находятся совершенно вдалеке, может, совершают какую-то гуру-севу, находится, живет рядом, но такие люди часто падают.
Если вы посмотрите на статистику Гаудия Бхаджана, то можно найти, что те, кто находится рядом, ближе всего к Гурупадпадме, они не обретают бхакти, большинство из них падшие души. Это очень вскоре обнаруживается. А почему так происходит? Иногда не могут увидеть какой-то недостаток в Гурупадпадме. Такой, не недостаток, а что-то увидеть и что-то неправильно подумать о Гурупадпадме. Не может быть никаких дефектов. Рупа Госвами Пад тоже пишет. Какие-то если физические дефекты на теле вайшнава, мы не должны зацикливаться на них, как по Ганге могут плыть какие-то грязные вещи, какой-то мусор, еще что-то, но нельзя, это не лишает ее божественной природы. И поэтому Пундарик Видьянитхи, он всегда хотел кланяться ночью, поскольку днем может какие-то там мусор плыть, какие-то трубы по Ганге плыть. И некоторые люди, они так с пренебрежением относятся к Ганге, но воды Ганги, они не скверняются. Как какие-то ученые пытались каких-то микробов найти, как какие-то вирусы, заразы в Ганге, но так и не нашли. Поскольку Ганга, она стекает с лотосных стоп Господа Бхагавана Вишну. И вот таким образом те, кто находится рядом с Гурупадпадмой вайшнавами, так часто получается, что они совершают больше оскорблений, апарадхи. В итоге это становится причиной их падения. Если не на 100%, не на 99%, большинство людей, если не все, если не 99%, я уверен, что большинство из людей, они злоупотребляют этим. А вот эти читания Манобиш, там, вот эту цитату. Хотя в этих словах очень конкретная сиддханта. И как же мы можем узнать, что наш Гурупадпадма пришел в этот материальный мир, чтобы утвердить желание Шичитани, чтобы исполнить желание Шичитани Махапрабху. Кто-то может злоупотреблять этим словом и не могут понять. И вот, находясь рядом с Гурупадпадмой, это не доказывает то, что тот, кто находится рядом, его вечный спутник. Просто нахождение рядом — это не доказательство того, что такие люди — вечные спутники Гурупадпадмы. И часто происходит так, что чем ближе находится человек, тем больше он совершает оскорбление, и это становится причиной его падения. Как Ишвар Пурипато никогда не находил никаких недостатков в Мадхавинде Пурипаде. Ишвар Пурипад просто служил ему и не видел никаких недостатков. Но Рамачандра Пурипад, он находил недостатки в Гурудеве, он давал советы ему, наставления какие-то. Зачем ты плачешь, ты Брама? Ты плачешь, ты не можешь понять, зачем ты плачешь. И вот он такие советы давал. Пытался как-то научить Гурудева из-за того, что он был в Майаваде. Не надо пытаться учить гуру и вайшнавов. Если вы думаете себе, что вы более разумны, чем гуру и вайшнавы, то это признак Майавады. И вот кто подлинный спутник Гурупадпадмы, как узнать об этом, если вы находите, что вся сиддханта, весь вичар, все, весь этикет, все остальное, если вы находите внутри сердца его ученика, то
это главный признак того, что он подлинный спутник Шрилы Прабхупады, иначе нет. Спутник значит тот, кто исполняет желание Гуру и Вайшнавов, как Рамануджачарья. Рамануджачарья, он исполнил все желания своего Гурудева. И не только это, а также какие-то ученики. Один ученик, домохозяин Рамануджачарья, он был очень близким спутником Рамануджачарья. Но он находился далеко от Рамануджачарьи. И однажды он плакал и говорил Гуру Падпадме: «О Гурудев, если вы позволите мне, дадите мне свое божество, я хочу поклоняться вашему мурте». Этот преданный Рамануджачарья, он живой был. А он попросил Гурудева: «О Гурудев, дайте мне свою мурти, виграху. Я хочу поклоняться ей». И тогда Рамануджачарья с радостью, и это Сиддханта, который мы никогда не слышали, Рамануджачарья сделал свою собственную виграху и отдал своему ученику: «Хорошо, бери». Слышали ли вы что-то подобное? Гурудев физически присутствует, но Рамануджачарья, он дал свое собственное божество своему виграху, своему ученику, домохозяину. И вот поэтому домохозяева иногда выше, или матаджи, не могут быть выше, чем какие-то брахмачари или саньяси. Поэтому нужно выражать почтение всем. Кто так? Сваруп Госай, Рай Рамананда, Мадхави Девидаси, все они спутники Махапрабху. Мадхави Девидаси, она в теле женщины была, матаджа. Но Кришнадас Кавирадж Госвами, он перечислил ее имя. С этими он перечислил, что эти Рай Рамананда, Сваруп Дамодара. Когда Махапрабху ушел и Шикимаити, его сестра, они вечные спутники Махапрабху. Это очень сокровенный сиддханта, и никто не понимает ее. Если матаджи не могла бы стать спутником Махапрабху, если Рамананда родился в низкой касте, это не значит, что он не может стать спутником Махапрабху. Если это была бы сиддханта, то это было бы все неправильно. Кто такой личный спутник Махапрабху? Я могу погрузиться больше в философию, если ваше сердце зрело и может понять, иначе вы не поймете, что я хочу сказать. Если это был бы стандарт, что кто-то родился в брахманской семье и, соответственно, спутник Махапрабху, то это Рай Рамананда родился в низкой семье, соответственно, не спутник, то это не стандарт, это глупо. Это неприменимо к Махапрабху. И внешне Рай Рамананду можно наблюдать как материального человека, работал губернатором Видьянагара. По работе вынужден был говорить с материалистами и прочие вещи делать. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он тоже работал этим магистратором этого Кришны.
И какой-то Бабаджи возмущался, что тут ни тилака не носит, ни харинама не повторяет. И Харикатху говорит, и потом этот Бабаджи осознал, что он совершил оскорбление и пошел просить прощения, извинился, что подумал так о нем. И даже перед тем, как получить посвящение, Шрила Бхактивинода Тхакур написал множество киртанов, поскольку он вечный спутник Гауранги Махапрабху. Если вы заявляете таким образом, что я был с Гурупад Падмой, что вы готовили весь день и ночь для Гурудева, одежду стирали и прочее делали, то, то есть человек заявляет, что он спутник, вечный спутник Гурудева, на этом основании, может, что может, но я могу возродить, что был Балабхадра Бхаттачарья. Он шел с Махапрабху во Вриндаван, помогал ему, был его севаком. И вот Махапрабху, когда шел во Вриндаван по пути, проходя Джаракант, и в этом случае можно обнаружить, что Балабхадра Бхаттачарья день и ночь готовил для Махапрабху и кормил самого Махапрабху. И несомненно, такой человек, он должен быть вечным спутником Махапрабху. И Кала Кришна Дас, он носил этот командалу, емкость с водой для Махапрабху, шел с ним в Южную Индию. Он помогал Махапрабху, и как можно сказать, что он его вечный спутник? Нет. И как же это? Если он вечный спутник, то как он почувствовал влечение к женщине? И Рамананда можно найти, он находился, он работал губернатором, но всегда думал о Радхаране. Он занимал вроде высокое положение в обществе, работал на материальной работе, но его ум, он был с Радхарани. И таким образом, вот Кала Кришнадас, хотя мы можем обнаружить, что Кала Кришнадас, он был с Махапрабху, но все же он не вечный его спутник. И хотя Балабхадра Бхаттачарья много раз готовил для Махапрабху, но нельзя сказать, что он вечный спутник. Каковы доказательства, свидетельства этого, я могу показать. Без документальных свидетельств я не могу говорить никакой харикатхи. И вот сейчас я покажу, что как. Показать, что Балабхадра Бхаттачарья, он не спутник Махапрабху. И вот можно вспомнить, Кришнадас Кавирадж Госвами написал, что все люди из Вриндавана, поскольку Махапрабху, он совершал баджан вокруг Грати. Кто знает, где находится этот Акругат? Это то место, где Акура родился. Точнее, не родился, а омовение принимал. И вот там в Ямуне, в том месте, где этот Акура принял омовение, это место Акругат называется. И вот, хотя Махапрабху пришел во Вриндаван, но Махапрабху совершал баджан вокруг Акругати. Это место в 2 километрах от текущего Вриндавана. И много людей приходят, чтобы получить даршан Махапрабху. Они не знают, что он Кришна.
Они не знают, что он сам Кришна. Они... И вот те браджаваси пришли и говорят: «О, Прабху, я был там последнюю ночь, был во Вриндаване, и там прекрасная новость». Что за новость? Кришна ночью в Кали-Дахе явился ночью. Как Кришна явился? И вот Кришна явился в Кали-Дахе и танцевал. И Махапрабху спрашивал, танцевал там, да. Много людей видели, можете спросить кого угодно. И на голове Кали был какой-то драгоценный камень. Махапрабху спросил, что правда Кришна явился. Но мы знаем наверняка, в Лила-аватаре, в Кали-югу Махапрабху приходит, но в скрытой форме. Бхагаван не хочет показывать себя как Бхагавана. Лила-аватара не приходит в эту Кали-югу, но люди... Но Балабхадра сказал: «О, Прабху, все идут посмотреть на Кришну. Можете ли вы мне позволить, я тоже пойду посмотрю на него». И вот Махапрабху говорит: «Глупец, как же там Кришна явится, они обмануты. Вот это просто майя». Враджаваси говорит, что Кришна опять явился во Вриндаване. Это правда, поскольку Махапрабху, он есть Кришна. Махапрабху, он явился в форме Кришны, но как в Кали-Дахе или здесь, в Акруграти, в форме Махапрабху. И вот Балабхадра, он хотел получить разрешение у Махапрабху, получить даршан Кришны в другом месте. Но это глупо, как Кришна может явиться в эту Кали-югу, это невозможно. И это показывает статус Балабхадра. И как можно на основе того, что он готов для Махапрабху, утверждать, что он его вечный спутник, это нельзя сказать, что это Сиддханта. Поэтому все, многие преданные утверждают неправильно перед тем, как говорить о ком-то, что он вечный спутник Махапрабху или какой-то великой личности. Нужно подумать тысячу раз, взвесить множество факторов. И хотя я могу сказать, что Наротам Такура Синивасачарья, они никогда не видели Гурангу Махапрабху физически. Видели ли они его? Нет, они никогда не видели. Наротам никогда не видел Нитянанду Гурангу. Они не видели, поскольку Махапрабху, когда они хотели увидеть Махапрабху и получить его даршан, то Махапрабху ушел из этого мира. Адвайта Гасай тоже ушел из этого мира. Рупа Санатана не ушли. Шринивасачарья, он хотел умереть. Пытайтесь понять. Они никогда не встретились с Махапрабху физически, но все же Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупада говорят, хотя физически они не встретились с Махапрабху, но все же они вечные спутники Махапрабху. Хотя Бхактивинода Тхакура пришел 400 лет позже. И вот Бхактивинода Тхакура явился
позже Махапрабху, но это не мешает быть его вечным спутником. Шрила Прабхупад, он, несомненно, он вечный спутник Шримана Махапрабху. Шрила Прабхупад, он вечный спутник Гуранги Махапрабху. Мы должны понять Сиддханту. И вот, если вся Гуруварга заявляет, как Сиддханта Госвами Махарадж, мой Гурудев, они говорили себе, что они практически ничего не сделали, никакого служения, но они говорят это из-за их смирения, но мы знаем. Сиддханта Госвами Махарадж на 100% несомненно вечный спутник Шрилы Прабхупады. Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он вечный спутник Шрилы Прабхупады. И Шрила Кешава Госвами Махарадж, вечный спутник Шрилы Прабхупады. Бхакти Дайта Мада Госвами Махарадж, могу доказать это все, что все они вечные спутники Шрилы Прабхупады, поскольку они хотели исполнить желание Шрилы Прабхупады. Вся их жизнь была посвящена этому. Они пытались, они, что это значит? Они хотели исполнить желание Шрилы Прабхупады, значит, что они хотели исполнить желание Махапрабху, понимаете? Я могу более глубоко говорить об этом, они совершили так много гуру севы, я не могу сказать, что они бесполезны. И они жизнь и душу посвятили Шриле Прабхупаде, как я могу говорить о них, что кто-то бесполезен. То есть какие-то люди из-за своей широкой проповеди возгордили собой и могут и утверждают, что вся остальная гурварга бесполезна, но что такое подлинная проповедь, согласно Сиддханте? И вот Кришнадас Кавирадж Госвами пишет. Не все это понимают. Я знаю, кому-то займет тысячу рождений, чтобы понять эти слова. Но все же я говорю как сумасшедший. Я знаю, много людей могут напасть на меня, но все же я говорю Гауди Сиддханту. Поскольку я знаю, никто не может спасти меня, только Баларам. Кто-то может начать бороться со мной, но я уверен, что Баларам он спасет меня, поскольку я говорю его Сиддханту. Вы слышали эти слова, Свабаджан? И как объяснить вам, что такое Свабаджан? Как можно сказать, что Мадхави Деви Даси Рай Рамананда Сварупа Мадхар и Шики Майти, они считаются тремя с половиной спутниками Махапрабху. Мадхави Деви Даси, она женщина, поэтому за пол человека считается. И вот Мадхави Деви Даси, она перед Махапрабху никогда не она где-то поблизости жила, не рядом. То есть не вместе, а поблизости. Поэтому как не видно, поэтому за пол человека считается, но ее сердце полностью находится в полной гармонии с Махапрабху. Но не каждый знает об этом. Не все далеко, мало кто знает об этом. Об этом она вечный спутник Махапрабху. И те, кто помогают утвердить желание Махапрабху, они его вечные спутники, мы можем сказать так, и опять, как Рай Рамананда Сварупа Дамодар, они настолько близки, что они всегда находятся с Махапрабху, чтобы утешить его. Как утешить Махапрабху? Да, поскольку Махапрабху всегда плачет.
из-за его випраламбха бхавы. Где же Кришна? Где же я могу обрести Кришну? Мое сердце, оно плачет о Кришне. Мне, пожалуйста, покажи мне, где я могу найти Кришну. Без Кришны я не могу жить. И это огромная випраламбха бхава. И вот, чтобы помочь Махапрабху, в Чайтанья Чаритамрите говорится, чтобы помочь Махапрабху сдержать его випраламбху бхаву, Свабхуда Мадар Рамананда. Они говорят Харикатху. И вот Свабхуда Мадар поет киртаны, и когда Махапрабху плачет, он падает на землю. И вот они помогают Махапрабху. Они говорят, поют киртаны согласно Бхаве Махапрабху, согласно той Бхаве, которая проявляется. И таким образом Махапрабху утешаются. И вот они все близкие его спутники, как Лалита. Кришидаска Вираж Госвами пишет, как Лалита. Лалита Сакхи, это Сварупа Госай, Рамананда — это Вишака Сакхи. И таким образом все время они помогают Махапрабху обрести вкус випраламбха бхавы. И таким образом те, кто проповедует, для них наша Гуруварга Шрила Прабхупад Бхактивинода Такура говорят, проповедь значит, что такое подлинная проповедь, это значит свабаджан. О Махапрабху говорится в Чайтанья Чаритамрите. Так много вещей. И в Чайтанья Аштаке. Чтобы дать нам урок, как совершать Рагануга Баджан. Махапрабху явился для многих целей. Махапрабху явился в этом материальном мире ради многих целей. Но главная цель в том, чтобы научить нас Манджари Баджана, сокровенному Баджану. Это мы Свабаджана. Свабаджан значит то, что наш подлинный Баджан. То причина, ради которой мы пришли в этот материальный мир, чтобы показать нам Рагануга Баджан, Рупануга Баджан. И вот Сабхакта, если мы проповедуем, если то есть просто проповедовать и то есть если мы проповедуем, то но что такое гауди проповедь? Это значит, что мы должны вложить бхаву чувства внутри сердец ваших учеников. Можно видеть во времена Шрилы Прабхупады. То есть не все могли принять его, хотя даже могли получить посвящение, но не каждый мог принять Шрилу Прабхупаду. Конечно, каждый может заявлять все, что он хочет, но вечный спутник Сварупа Госвами, Рай Рамананда, Санатан Госвами Пад, Рупа Госвами Пад, Джива Госвами Пад, Рагунадас Госвами Пад, изучите их жизнь, их баджан, они вечные спутники, но все же они хотели утвердить Сиддханту Гауранги Махапрабху. Санатан Госвами хотел утвердить Сиддханту Вичара Гауранги Махапрабху. Рупа Госвами Пад, он хотел Х
они хотели исполнить желание сердца Шримана Махапрабху. Джива Госвамипад также. И вот они никогда не хотели отклоняться от пути Махапрабху. Можете ли вы показать и доказать, что они отклонились от пути Шримана Махапрабху хотя бы на миллиметр? Мы не можем этого найти, поскольку их цель была в том, чтобы утвердить Сиддханту Махапрабху, чтобы исполнить желание его сердца. Они никогда не делали ничего от себя, не придумывали никаких правил и предписаний, поскольку все их усилия были посвящены тому, чтобы прославить Махапрабху. И также то же самое, если мы находим, что наши Гуру-варга, они отклоняются от пути Шрилы Прабхупады, не прославляют Прабхупаду, но имеется в виду не Гуру-варга, а какие-то люди. Но мы должны каждую секунду прославлять Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Такура. Может, они внешне делают какое-то служение, какую-то проповедь, но если они придумывают какие-то новые правила, новые сиддханту, отклоняются от пути Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура. То в этом случае большая проблема. Мы должны понять эту Гауди Сиддханту. Вечный спутник, значит, мое сердце и душа. Я могу бросить вызов. Вечный спутник, значит, я могу бросить. То есть наша цель должна быть в прославлении Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура. А если кто-то проповедует, чтобы прославиться, то к подлинной проповеди это отношение никакого не имеет. И вот это как математика. Если кто-то отклонился, то видно, что он отклонился полностью. И нельзя таких людей назвать и считать, что они находятся в наставнической преемственности. И вот в жизни Бхакти Виген Бхарати Госвами Махараджи я хочу показать, что всю свою жизнь он посвятил всю свою жизнь и душу ради служения Шрили Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджи. Он никогда не стремился никакой славе. Я говорил час назад, может быть, тысячи так называемых людей могут прийти перед Гуру Падпадмой, чтобы получить дикшу. Но они не получили посвящение. Если бы они получили посвящение, они слушались бы Гуру Падпадмой, их сердце было бы в полной гармонии с Гуру Падпадмой. Но если этого нет, это значит, что они не получили никакого посвящения. Шрила Шанта Госвами Махарадж говорит, за всю свою жизнь я обрел только одного ученика. Махарадж не хочет называть, это Сагра Махарадж, все знают об этом. Те, кто служит Шанти Госвами Махараджа, люди говорят, что у меня много учеников, но практически за всю свою жизнь я обрел только одного подлинного ученика. Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж говорит, что многие говорят, что у меня тысячи учеников, но настоящих ученика только два. Те, кто полностью посвятили мне жизнь и душу, это очень редко можно найти таких, это не так просто. Не думайте, что просто можно повторять мантру и все на этом. И вот сначала я сказал, даже небесные цари Индра Варуна, они не могут понять Гауди Сиддханту, они могут быть в замешательстве Индра Варуна Павана.
И таким образом мы должны думать снова и снова. Шрила Бхакти Виген Бхарати Госвами Махарадж. Он родился в Банкуре, рядом с Партхаса. Я не буду говорить о его рождении, но, несомненно, о с его детства он был очень чист. Он поддерживал свою чистоту. Я слышал от него прямо, когда он ел просад. Если кто-то звал его по имени, он переставал есть. То есть человек какой-то нечистый был, то он чувствовал, что если его кто-то по имени звал, то этим он его осквернил, то есть поскольку позвал по имени, поэтому он же не ел дальше. И вот он был вдохновлен Шрила Бхакти Вичара Госвами Махараджем, и после этого он пришел в соприкосновение с Шрила Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа. И вот, увидя Гурудева, он понял, что это тот, он его Гурудев, поскольку он был его вечный спутник. Шрила Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Виген Бхарати Махарадж, они вечные спутники. Шрила Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа, как Мадхава Госвами Махарадж, он вечный спутник Шрила Прабхупады. И все желания, трансцендентные желания Шрила Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа, они были исполнены Шрила Бхакти Валабха Тирта Госвами Махараджем и Шрила Бхакти Виген Бхарати Госвами Махараджем. Они всю жизнь посвятили этому во всем Гауди Вайшнавском обществе. Он не с нами, сейчас не с нами, Шрила Махарадж. Хотел обмануть нас, он ушел. Но все же он с нами в форме учения, в форме... Я сказал, что значит Бхакти Виген Бхарати. Все желания Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа были исполнены ими двумя. Во всем Гауди Вайшнавском обществе. На 100% я говорю, что он был идеалом. Он был очень... Его вечер, его суждения были настолько высоки. Никто не может понять. Внешне это нельзя видеть, что вроде не было выбрата ачарьи, но Шрила Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махарадж в своем письме, в своем завещании Мадхава Госвами Махарадж написал, что пока Бхакти Виген Бхарати Госвами Махарадж живет, он пусть находится на посте секретаря Мадха. И что нужно делать, что не нужно, он в общем, он делал все служение, которое только возможно представить. Сейчас можно позвать какого-то инженера, чтобы спроектировать здание или еще что-то делать, но Шрила Бхакти Виген Бхарати Госвами Махарадж был очень разумен и делал все. Делал все возможное служение, в частности, спроектировал строительство всех матхов. Если мы в Мадха Дехрадуне поедем, я был удивлен, как там все организовано было. Там места очень мало, но Махарадж построил все идеальным образом, что
все вместилось, или в Калькутте, там тоже места не так много, но построили таким образом, где, что все использовалось идеальным образом. И как это возможно, как он это все идеально спланировал и осуществил. Все время он помогал Шри Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа. И также он был Крипа Патрая моего Гурудева Шрила Бхакти Дайте Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Он получил его милость. И вот они... Если вы хотите увидеть идеал поведения, идеал жизни, то это можно найти в нем. Он всегда находил гармонию во всем. Узнал, что без чистых и без чистых преданных и чистой преданности никто не может вести себя так гармонично. Только те, кто чистые преданные, они могут явить такую лилу. И вот он был в полной гармонии со всеми преданными, и со всей окружающей обстановкой. И только Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж, он всегда находил гармонию со всеми. И как мы можем понять, кто-то может сказать, что кто-то служил телу Гуру Падмы. Мы видели, что кто-то служил Гурудеву физически, готовил, стирал, убирал, но в итоге часто можно видеть, такие люди были обмануты Гурудевом, что кто-то вроде много служения совершил, но обманут Гурудевом, поскольку хотел служить Гурудеву ради какой-то корыстной цели, и в итоге чистого бхакти не обрел. И в то же самое время можно найти Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж, чаще всего был вдалеке от Гурудева. И вот можно обнаружить, что Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж был вдалеке, чтобы совершать служение, нужно было ездить туда, туда и там. Мадхава Госвами Махарадж открыто провозгласил, что такой идеальный брахмачари, как Наротама Прабху, он очень редок на этой земле. Мадхава Госвами Махарадж сам Гурудев провозгласил. И вот Мадхава Госвами Махарадж открыто провозгласил, что такой идеальный брахмачари, он очень редок на этой земле. Он безупречный. Всю жизнь в баджане, вся жизнь Шрилы Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махараджа, она была безупречна, никто не мог найти, чтобы он совершал какие-то ошибки, оскорбления. Никаких скандалов не было, вся жизнь его чиста. Он был очень осторожен, чтобы ничто не произошло. Если какая-то матаджи приходила, например, наедине, даже если это пожилая матаджи, наедине, он никогда не говорил с ними, всегда был кто-то еще рядом, какой-то брахмачари или еще кто-то. Это мы... Что Шрила Прабхупад не делал, что Бхактивинода Тхакура не делал, что Махапрабху не делал, то и мы не должны делать.
Мы должны следовать Шри Чайтанья Махапрабху, следовать Шри Чайтанья Махапрабху. Мы должны следовать полностью ему, следовать Шри Чайтанья Махапрабху, да, следовать Шри Бхактивинода Тхакуру и Шри Прабхупаде полностью. Я могу с полной уверенностью заявить, что следовать Шриману Махапрабху значит следовать Шри Прабхупаде. Та чистота, которая передается через Гуру Парампару, она практически невозможна. Я очень горд, что этот Махаджан, он с нами, что он является моим Шикшагуру. Всю жизнь я хотел наблюдать за ним, за его действиями, за то, о чем он говорит, за его настроением. Я не могу заявить, что я обрел его милость. Я не должен говорить так. Это будет такое пратишка. Я не должен заявлять таким образом, что я Крипа Патра Шрила Бхакти Валабхи Тирта Госвами Махараджа или Бхакти Виген Бхарати Госвами Махараджа. Я не должен говорить о себе так. Если я говорю так, значит, такие люди обычно говорят, чтобы просто прославиться. Кто-то говорит, что какой-то вайшнав очень любил меня, и поэтому мое положение очень высоко, но гуру вайшнавы, они любят всех, это естественно. Но мы должны посмотреть на то, сколько любви у нас к гуру и вайшнавам. То есть можно часто видеть, что какие-то люди на лекциях провозглашают, что они получили милость Шрилы Бхакти Валабхи Тирта Госвами Махараджа или Бхарати Махараджа или еще что-то. Но правду, сколько любви у них было к этим вайшнавам, они не говорят об этом. Брихат Бхагаватамрите, там говорится Брахма, и все старшие преданные не говорят, что не получили милость Господа. Ты можешь пойти и посмотреть, что кто-то другой обрел милость, и те, кто получили милость. И вот те, кто получили подлинную милость, они никогда не заявляют, что они получили милость. Чистые преданные, они могут понять, что кто получил подлинную милость. Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа или милость Шрилы Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура или милость Бхакти Валабхи Тирта Госвами Махараджа. И таким образом можно сказать, и вот есть много чего сказать, но времени мало. Сейчас еще скажу одну вещь. Я уже говорил, что Шрила Джаджава Госвами Махарадж был Шикшагуру, его Вартма Прадаршагуру, гуру, указавший путь. И вот Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж был его Дикшагуру. И Дикша и Шикшагуру, мы не должны разделять их. Понимаете, о чем я говорю? Дикшагуру и Шикшагуру, подлинные Дикшагуру и Шикшагуру, и сама думаю, что они отличные, то это неправильно, это оскорбительно. Подлинные Дикши и Шикшагуру, они находятся на одном уровне читания Чайтамрити. Говорится, что их уровень одинаков, а если кто-то их разделяет, что кто-то ниже, кто-то выше, это неправильно. Из-за того, что мы обрели Самбанта Гьяну от нашего Гуру Махараджа, естественно, что
что мы имеем большую связь с ним с начале. И вот если мы обрели самбандхагену от Гурупад Падмы, если наша Гурварга здесь и наша Шикша Гурварга тоже здесь, то вначале мы должны поклониться Гурудеву. Но это не значит, что мы их разделяем. Нет, они на одинаковом уровне. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, однажды Шрила Бхактидайта Мадхава Махарадж, он Шрила Прабхупада говорил о нем, что он подобен вулкану, его характер, он имеет бесконечную энергию служения все время. Он стремится совершать служение. Когда Шрила Прабхупада ушел достаточно давно, и во время Кумбхамелы, и вот там Гауди Мат, он проявился, там Харикатха была, книги распространяли, и вот Мадхава Госвами Махарадж организовал эту палатку на Кумбхамеле, и вот поставили тент. И вот они говорили Харикатху, совершали киртан, распространяли книги. И тем временем пришло письмо, что Джаджава Госвами Махарадж пишет, что я приезжаю вот тогда-то. Ну там места не было, все. Ну, в палатке места мало было, и вот когда преданные, в общем, построили какие-то палатки на тех, кто там собирался прийти, а Шрила Бхактивичара Госвами Махарадж не предупредил о том, что он приезжает, а просто, ну или письмо там поздно пришло, ну в общем, все возмущаться начали, что же все тут сделали, места на вас нет, куда вас там определить, и вот Брамачари и Саньяси начали возмущаться, что зачем слишком поздно предупредили, вот их надо это показывать, их так называемую дикшу, если мы получили дикшу от Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа и думаем, что Шрила Бхакти Дайтама Госвами Махараджа отлично от него, то это доказывает, что мы не ученик своего Гурудева. И сиддханта в том, что если вы любите своего Гурудева, то автоматически вы будете любить вашу Гурваргу. Ну, если, конечно, кто-то совершает оскорбление, это другое. Но те, кто идеальные, то нет. И вот если мы любим своего Гуру Махараджа, то также мы должны любить и уважать всю нашу Гурваргу. Если мы любим своего Гурудева, то, несомненно, мы будем любить и уважать Шрилу Сиддхартху Госвами Махараджа, Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа и всю остальную подлинную Гурваргу, поскольку положение Гуру, значит, сапаршат, то есть Гурудев со всеми его спутниками. Если кто-то оскорбляет Шрилу Прабхупаду, Бхакти, он такого, это другое. То есть таким людям не нужно выражать почтение. Если они говорят всякую ересь, то Гауди Матхи. И те, кто отклонились от пути Шрилы Прабхупады. И вот таким образом, когда письмо пришло, все брамачари начали возмущаться, что слишком поздно, что делать. И Нарутам Брамачари, он когда узнал об этом, наш Бхактивиган Бхарати Махарадж, он сказал со сложными ладонями, что же беспокоитесь, как вы сейчас тут. Он приезжает, некуда его положить. Да, и народ там Брамачари сказал, я ему свое место дам, не беспокойтесь. Я своему Гуру Падма, я ему отдам ему свое место, не беспокойтесь. Отдыхайте там. Свой просад и место я отдам ему. Буду на улице спать.
Поскольку я собака моего Группатпадмы. Я могу прикоснуться к Туласи и сказать, что я собака моего Группатпадмы. Обязанность собаки — это гавкать на врагов своего господина. Это естественно. Можете делать все, что угодно. Собака, она всегда хочет защитить интересы своего господина. И это уникальное качество. И если я буду говорить о славе Шрилы Бхакти Махараджи, я не смогу остановиться. Что такое свабаджан? Как Махапрабху хотел дать свабаджан, сокровенную суть баджана? Это называется подлинной проповеди. Что такое настоящая проповедь и сокровенная проповедь? И вся наша Гурварга совершала ее, всю суть Гуру Даршана, всю красоту Гаудия Даршана очень сокровенным образом. Если я найду, если кто-то публикует много книг, но не понимает Гаудия Сиддханты, то это нехорошо. И как можно говорить о таких людях, которые публикуют кучу книг, но не понимают философии? On Gopurnim days, I like to discuss today, but time cannot permit. Time cannot permit. You can also feel tired because so deep philosophy you will have to understand. Otherwise, you cannot get entry into Gaudiya Bhajan. You cannot get entry into Gaudiya Bhajan. I touch. You will have to do. I know it is very difficult. Мы должны понять всю Гаудия Вайшнавскую Сиддханту, иначе мы не сможем войти на путь Гаудия Бхаджана. Я знаю, это тяжело, но я не могу обманывать вас, поскольку я люблю вас. И поэтому я не могу обмануть вас. Может, это больно вам будет, как-то неудобно, но я хочу видеть, что вы совершаете Кришна Бхаджан. Я не могу вам выписывать какие-то индульгенции, чтобы вы склонялись от пути. Нужно совершать служение, и с помощью севы мы обретем милость. Не думайте, что просто какой-то ложной философией можно обрести милость. Нет, мы должны делать что-то, совершать гуру севу, как мой шикша гуру. И таким образом, та шлока, с которой я не успел объяснить следующую гуру Пурнима, буду говорить. Guru Rahita. Vancha Kalpatru Vashyaki Basindhu Bhavishya Patitanang Pavane Bhavishna Pyo Naman. Jai Sila Bhakti Vigyan Bharti Gusti Maharaj Ki Jai Tadiyo Tirabhapti Tibara Mahamasab Ki Jai. So, I am giving Pushpanjali unto the lotus feet of Bhakti Vallabhi Bhakti. Я предлагаю Пушпанджали лотосным стопам Бхакти Вигьяна Бхарати Гусей Махараджа. Эти два часа я предлагал Ване Пушпанджали лотосным стопам Бхарати Гусей Махараджа. Я прошу его одарить меня его беспричинной милостью. Не думайте, что Махарадж, на что я не пошел предложить Пушпанджали. Я здесь, сидя на Вьясасане, я предлагал ему Ване Пушпанджали, моему шикшагуру. Не сомневайтесь в этом. Any question? So many deep philosophy you have to think over and again. These topics, I know you can express some doubt about me.
Why am I speaking this way? I know you cannot digest one time. So deep philosophy. Never accept Gaudiya Math. Except Prabhupada Bhaktivinoda. Чем глубокая философия нигде, кроме как в Гаудия Матхе, может найти что-то подобное нигде во всех 14 мирах. Нигде. Только в Гаудия Матхе. I want you to don't misunderstand me. I wanted to give you all right information about bhajan. I never wanted to cheat you. Хочу сказать вам о подлинном баджане. Если